Сочи, естественно, должен привлекать туристов не только солнцем, морем и снежными горами, но и событийными мероприятиями. А в городе их проходит множество. Но, к сожалению, событийный туризм в малых средствах размещения развит слабо. Поэтому туристические агентства просят работать активнее, предлагая гостям останавливаться в межсезонье в частных мини-отелях. Одна из основных причин – это то, что по традиции, по привычке, как бы все привыкли, что летом туристы и так приезжают, отели летом зарабатывают, а зимой они благополучно закрываются и зимуют, мягко говоря. Вот нас эта ситуация не устраивает, именно поэтому мы сейчас хотим организовать такое взаимодействие между туроператорами и мини-отелями, в рамках которого они бы загружались в том числе и зимой. Многие жаловались, например, хозяйка одного из частных отелей Меретинки, что даже на новогодние праздники заполняемость только 20%. Что же необходимо современному туристу зимой в Сочи, какие предлагать услуги и чем его заинтересовать, обсуждали сегодня представители городской администрации, турагентств и владельцы частного сектора. Почему бы туроператорам не сделать рекламные туры по малым отелям? Почему бы не показать эти возможности города? Потому что я считаю, что у малых отели, у них есть свой клиент, да, который до них не доходит. Туроператоры высказали свои предложения относительно зимней загрузки. Частники свои. Получился совместный, достаточно профессиональный диалог. Городу в данном случае выгодна эффективная работа обеих сторон. Одни привезут в Сочи больше туристов, другие заработают больше денег и пополнят казну курорта налогами. Елена Овсицына, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.